гордость для всего Советского Союза, трагедия для всей России. Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, крупнейшая ГЭС в Евразии. Последняя, самая громкая комсомольская ударная стройка прошлого века, самая тяжелая техногенная катастрофа в энергетике века нынешнего. Августа 2009 года, 8 часов 13 минут, второй гидроагрегат станции весом в 1500 тонн сорвал защитную крышку и вылетел со своего места, пробив кровлю машинного зала. Сделав свечу высотой в 50 метров, он рухнул обратно. Из раскуроченного им водовода в здании станции стала поступать вода. Один за одним начали захлебываться водами Енисея и глохнуть остальные 9 гидроагрегатов. Через несколько секунд ГЭС оказалась полностью обесточенной. Погибли 75 человек. Вместе с ними, казалось, умерла и сама станция. Остановились все 10 ее гигантских сердец. Такого с момента ее пуска не было еще никогда. В первые дни после аварии никто не мог сказать, сможет ли гордость отечественной энергетики вообще когда-нибудь снова вырабатывать электричество. Ведь для этого станции нужно было родиться заново. Десятые годы прошлого века для Советского Союза оказались лихим и громким десятилетием. Гагарин полетел в космос, Ландау получил Нобелевскую премию, построили газопровод «Дружба», открыли БелАЗ. В общем, это была очень энергичная эпоха. И ей, естественно, требовалось много энергии. Откликнувшись на призыв партии, комсомольцы поплыли навстречу утренней заре по Ангаре на строительство братской ГЭС. На сибирских реках разворачивается настоящая энергетическая гонка. Каждая новая гидростанция должна быть больше предыдущей и давать больше электричества. Вслед за братской одна за одной открываются Усть-Илимская, Богучанская, Красноярская электростанции. Когда решают построить еще и Саяно-Шушенскую, в Сибири уже иронизируют. Чем дальше в лес, тем больше ГЭС. Вот это место для строительства плотины как будто подсказала сама природа. Зажатая между двух гигантских скал теснина Енисея, которую местные прозвали «Карлов створ». Когда в 1963 году здесь начались проектные работы в многочисленных советских НИИ, которым было приказано бросить все и заниматься только плотиной, даже ходила такая поговорка: «На слуху с недавних пор все Карлов створ, да Карлов створ». Теснина оставила Енисею лишь 360 метров. Сразу после нее река разливалась, место идеальное для строительства плотины, но кошмарное для ее строителей. На десятки километров вокруг ни одного населенного пункта, ни дорог, ни больниц. Только горы и сибирские морозы, от которых зимой лопались промерзающие насквозь сосны. Сначала станцию хотели назвать Саянская ГЭС, по месту расположения. Этот район Сибири называется Западные Саяны. Но когда стройка уже началась, ей был придан статус всесоюзной комсомольской ударной, территориальное название решили сменить на территориально-политическое – Саяно-Шушенская ГЭС. В честь якобы расположенного неподалеку села Шушенское, где отбывал ссылку вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Хотя это было довольно грубое допущение. На самом деле от станции Шушенская расположена в километрах 100. Утром 12 сентября 1968 года, через 5 лет после того, как было принято решение о строительстве станции, в Енисей полетел первый символический валун с угрожающей надписью. Энергетики, как-то было принято у них говорить, залезли в воду. Все плотины, как правило, делятся на два типа – гравитационные и арочные. Гравитационные, например, Красноярская ГЭС, прямые. Они треугольные в сечении, имеют тонкий верхний гребень и широкое основание. Такая конструкция сдерживает воду благодаря своему собственному весу, то есть гравитации. Арочные, например, знаменитая дамба Гувера, снимают с себя напряжение, передавая давление воды на берега.
Саяно-Шушенской гидростанции предстояло выдержать напор 31 миллиарда кубических метров воды. Задача невероятно сложная, поэтому плотину решили сделать и арочной, и гравитационной одновременно. Каждые 10 метров воды – это как одна атмосфера давит. Нагрузка возрастает, плотина деформируется, упруго деформируется в сторону нижнего бьефа. То есть наклоняется? Да, она наклоняется. Но при этом никаких трещин не появляется, потому что она упруго деформируется. Упруго, значит, потом она вернется обратно. Вот. А для бетонных плотин, особенно для высоких плотин, еще очень важным является и температурное воздействие. Мы же в Сибири, тем более. У нас перепад температуры может достигать 40 и больше градусов. Холодная погода, низкая температура воздуха наружная. Плотина тоже наклоняется, как будто дополнительная гидростатическая нагрузка прибавляется. Потеплело, значит, она опять наклоняется в сторону верхнего бьефа. В течение года верхний гребень плотины гуляет на 9-10 сантиметров. Гигантская конструкция, как натянутый лук, сжимается в половодье и распрямляется по осени. Впрочем, эти отклонения почти незаметны в масштабах всего сооружения. Высота ГЭС – четверть километра. Пирамида Хеопса ниже ее на целых 100 метров. Но особенно любили в советское время сравнивать станцию с Ниагарским водопадом. Американское природное чудо оказывалось ниже рукотворного чуда строителей коммунизма в 5 раз. Да еще и вдвое уже. Высоты одолеть непросто, забот, сомнений океан. Нас помнят ночи Дивногорска, нас знают зори Усаян. Это стихотворение одного из строителей Саяно-Шушенской гидростанции. И вот здесь, на левом берегу Карлова Створа, понимаю, что это не только красивые слова. Даже забраться сюда непросто. А как люди умудрились уложить здесь несколько миллионов кубометров бетона, вообще в голове не укладывается. Станцию возводили 17 лет. За это время здесь уложили столько бетона, что его объема хватило бы на строительство двухсторонней автострады от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем в то время еще не существовало ни бетононасосов, ни современных бетоносмесителей. Раствор подавали в бадьях и укладывали вручную. Труд был без преувеличения адским. Летом зной и комары, зимой морозы. Однако все 10 гидроагрегатов станции были пущены с опережением графика. Первая турбина заработала в 78 году, десятая – в 85-м. Работающий агрегат увидеть невозможно, зато можно почувствовать. Вам, наверное, сейчас видно, как подрагивает камера. Это бьется сердце гидроэлектростанции. Мы сейчас находимся на крышке турбины номер 5. За одну минуту этот гидроагрегат вырабатывает столько электричества, сколько мне не потратить за всю жизнь. Одна турбина выдает 640 мегаватт. Это мощность миллиона лампочек. Такую колоссальную энергию сообщает гидроагрегату поток воды, падающий по водоводу на рабочее колесо турбины. Его диаметр почти 7 метров. Оно вращается, приводит в движение вал. А дальше все как в известной всем динамо-машине. Вал крутится и вырабатывает ток. Вот эти трубы называются токопроводы. Именно по ним от гидроагрегатов идет свежепроизведенное электричество. То есть, по сути, это те же самые провода, только напряжение в них 16 тысяч вольт. Поэтому они немножко потолще, чем у нас в квартирах. Все 10 гидроагрегатов одновременно могли бы вырабатывать 6,5 гигаватт. До Саяно-Шушенской станции в таких колоссальных единицах мощность вообще никогда не мерили. Впрочем, все турбины сразу здесь никогда не работали. Подстанция ГЭС просто не смогла бы принять и переварить такое колоссальное количество электроэнергии. Обычно две турбины всегда стояли на профилактике или плановом ремонте. Но после аварии 2009 года ситуация стала обратной. Сегодня из 10 гидроагрегатов станции работают только 2 – 5 и 6. Но в ближайшие годы здесь планируется запустить остальные 8 и даже заменить на новые эти 2 работающие. Но как? Турбина весит несколько сотен тонн. Когда станцию строили, их доставляли сюда по реке, вверх по Енисею. Но после того, как ГЭС дали в эксплуатацию, там, ниже по течению, уже построили несколько других плотин. Водный путь теперь перекрыт. Но с помощью чего тогда доставить сюда многотонный агрегат? Это вопрос, который еще только предстоит решить строителям. Скорее всего, агрегаты, изготовленные на питерском заводе «Электросила», все же повезут по воде.
Через Балтику по Северному морскому пути, через океан и вверх по Енисею до Красноярска, а потом по дороге. Но пока инженеры думают, как доставить сюда новые агрегаты, работники станции работают над тем, как запустить старые. Затопленные во время аварии турбины сушат, ремонтируют, меняют детали. До того, как на станцию придет свежее оборудование, это еще успеет послужить год-полтора. Сейчас полным ходом идет сборка гидроагрегата. То есть здесь мы уже смонтировали в катер непосредственно блок, вал, рабочее колесо и крышку турбины. На монтажной площадке, если мы увидим, сейчас происходит сборка ротора главного генератора. Это значит, что скоро на станции заново запустят еще одну, уже третью по счету турбину. Причем теперь к ней будут предъявляться куда более серьезные требования качества и безопасности. Злейший враг любой турбины – это кавитация, образование в турбулентных потоках воды пузырьков воздуха, которые нещадно выкрашивают металл из вращающихся лопастей. Вот здесь перед станцией установлено колесо турбины. Оно проработало всего несколько лет, и на нем наглядно видно воздействие той самой кавитации. Вот металл как будто бы изъеден. Но, впрочем, сегодня подобные агрегаты делают уже по другой технологии, и теперь производители обещают, что нынешние колеса будут служить намного дольше. Именно это колесо некоторые энергетики считают виновницей аварии. Оно стояло на том самом злополучном втором гидроагрегате. Работало крайне нестабильно, потому его и сняли, превратив в своеобразный памятник. В турбину поставили новое, но это уже успело расшатать шпильки, которыми гидроагрегат крепился к фундаменту. Во время критической нагрузки изношенный металл не выдержал. Сегодня все оборудование станции буквально облеплено разного рода индикаторами и датчиками. В машзале установлены автоматические системы защиты генераторов, специальные приборы снимают температурные показания, ежесекундно проводится вибродиагностика. Главный диспетчерский пункт станции теперь больше напоминает центр управления полетами. Хотя внешне он мало изменился с момента написания этой картины, его электронному наполнению может позавидовать любая другая российская электростанция. Сейчас добавился у нас виброконтроль. Постоянно ведем контроль по генераторам. Вот страничка, кстати. И сейчас причем заведена защита на отключение генератора и сброс аварийно-ремонтного затвора. Ну, при достижении каких-то параметров вибрации, да. Из-за того, что затвор не был автоматически сброшен во время аварии, и произошло затопление машинного зала. Оказалось, что его нужно опускать вручную, для чего работникам ГЭС необходимо было подняться на верхний гребень. Но станция обесточена, лифты не работали. По регламенту путь пешком по лестнице на высоту 245 метров должен занимать 1:20. Ремонтники добежали за 40 минут. Перекрыли водовод и, вероятно, спасли от затопления расположенный ниже по течению поселок. Поселок Черемушки начали строить одновременно с ГЭС. В нем должны были поселиться семьи работников станции. Чтобы особенно не заморачиваться со стройматериалами, его решили построить из того же гидротехнического бетона повышенной прочности, из которого возводили плотину. Так что, пожалуй, самый сейсмоустойчивый поселок в мире находится в месте, где землетрясений практически не бывает, а у жителей Черемушек вот уже 30 лет существует одна и та же бытовая проблема. Повесить дома полочку или картину. Эти стены не берет ни одно сверло. Население Черемушек 9 тысяч человек. Почти все либо работают на станции, либо работали, либо будут работать.
В момент начала эксплуатации ГЭС энергетиков со всего Союза заманивали сюда романтикой и отдельными квартирами. Почему-то живее всех откликнулись молодые инженеры из Ленинграда. Поэтому и сегодня здесь, в сибирской глуши, подъезды называют парадными, а бордюры – поребриками. Да и погода после строительства станции тут установилась почти питерская. Перекрыв собой Енисей, Саяно-Шушенская ГЭС образовала водохранилище, которое стало крупнейшим водным бассейном Сибири. Оно находится на территории аж трех субъектов Российской Федерации. Это Красноярский край, Республика Тыва и Хакасия. Море, как называют его местные жители, даже изменило здесь климат с резко континентального на более мягкий субконтинентальный. Так что благодаря Саяно-Шушенской ГЭС здесь в Сибири даже появились виноградники. Общая площадь Саяно-Шушенского водохранилища больше территории всей Белоруссии. Прорыв плотины мог бы стать самой ужасной техногенной катастрофой в истории, поэтому в станцию решили сделать с многократным запасом прочности. Ее толщина у основания 106 метров. Проведенные недавно исследования показали, что со временем бетон стал только прочнее. Сейчас спрашивают, а сколько плотин может простоять? Мы отвечаем очень просто. Если мы за ней нормально смотрим, то есть ведем контроль ее состояния, если мы за ней нормально ухаживаем, то есть вовремя ремонт проводим, плотина как живое существо, значит, под лотами, но его можно латать вечно. Тогда плотина будет служить неограниченно долго. Вот такой наш ответ обычный. Внутри плотина не цельная. В ней сооружено множество разных технологических ходов, общая протяженность которых несколько километров. Тут рассказывают, что новенькие рабочие поначалу даже теряются в этих бетонных лабиринтах. Именно поэтому энергетики по одному внутри плотины стараются не ходить. К тому же многие боятся призрака. На станции есть легенда, якобы во время строительства ГЭС один вредный комсорг оступился, упал в только что залитую раствором секцию и утонул. Чтобы не срывать график укладки бетона, тело решили не доставать. И теперь душа замурованного комсомольца никак не может успокоиться, ходит по темным коридорам плотины и гремит арматурой. Вот это самый длинный коридор станции. Он проходит насквозь через всю ГЭС. Толщина вот этой стенки 14 метров. За ней Саяно-Шушенское водохранилище. Причем давление воды такое сильное, что она просачивается через 14 метров сплошного бетона и сливается вот здесь в специальные ручьи. Весной во время паводка эти дренажные ручьи превращаются в настоящие реки. Сразу после строительства станции конструкторы поняли, что допустили неточность в расчетах. В половодье холостой водосброс плотины еле-еле справлялся с большим количеством талой воды. Чтобы разгрузить давление на станции, было принято решение построить еще один водосброс – береговой. По нему излишек воды должен был отводиться из водохранилища, минуя станцию по специальным тоннелям вдоль берега. Их хотели строить еще в прошлом веке, но начали только в прошлом году. Это сейчас, в апреле месяце, Саяно-Шушенское водохранилище находится практически на своей нижней отметке. Когда тут начнется паводок, уровень воды поднимется на 30-40 метров. Здесь все будет затоплено. Тогда-то и понадобится береговой водосброс. Вот этот металлический затвор весом больше 100 тонн поднимется, и сюда устремится поток воды. Пропускная способность тоннеля 2000 кубометров в секунду. То есть за одно мгновение здесь будет пролетать количество воды, равное по объему Олимпийскому бассейну. Николай Иншаков за свою жизнь уложил столько бетона, что мог бы целиком забетонировать небольшую европейскую страну. Но этот – самый сложный его объект. Тут вообще, получается, в районе входного оговорка нельзя круглый год было работать, да, когда вот поднимали вот эти бетонные сооружения. Потому что 1-10 июня здесь уже, где мы находимся, уже вода. То есть работать нельзя, только можно, начиная с осени и по весну. Поэтому определенные трудности тоже были, действительно были жесткие графики. Перепад высот между входом воды в тоннель и выходом ее с другой стороны около 20 метров. Длина туннеля больше километра.
На этом участке вода будет разгоняться под собственным весом до огромной скорости. Чтобы погасить ее, и строится каскад плотин берегового водосброса. На выходе из так называемого «оголовка» бурный поток упрется в первый водобойный колодец. Немного погасив свою энергию, вода перельется через верхний край небольшой плотины и пойдет дальше. Там она встретит вторую плотину, потом третью, четвертую, пройдет через водобойную стенку, протиснется между шашечных гасителей и впадет в Енисей уже со скоростью течения этой неспешной сибирской реки. По своему масштабу строительство водосброса можно сравнить со строительством самой станции. Сюда планируется вложить больше 1 000 000 тонн бетонной смеси. Но благо сегодня уже другие технологии. Раствор из миксера подается в специальный резервуар, а оттуда с помощью бетононасоса его можно доставить к любому самому труднодоступному участку стройплощадки. Главная трудность, которая была и 30 лет назад, остается ею сегодня, это погода. Бетон можно класть только при плюсовой температуре. Но как это сделать, когда здесь суровыми сибирскими зимами неделями стоят морозы? Для этого тут придумали строить вот такие тепляки. Куполы из брезента, в которые нагнетается теплый воздух. Когда внутри температура становится положительной, сюда подводят бетононасос и начинают заливку. Но бетон мало правильно залить. Нужно еще, чтобы он правильно затвердел. Как говорят строители, схватился. Для этого его здесь придумали укутывать от холода своеобразное одеяло. Для того, чтобы победить суровые морозы этой зимы и бетонить круглогодично, здесь была применена индивидуальная опалубка, которая позволяет нам бетонить как в летний период, так и в зимний. Вы видите, то есть это не только палуба, скажем, но это утеплитель, который позволяет методом термоса, так называемый, бетонить практически в любые морозы данный блок. И сохранять бетон, и он не трескается, и набирает прочность, и нормально себя ведет. Когда береговой водосброс достроят, конструкции станции уже совершенно точно ничто не будет угрожать. А после замены всех турбин Саяно-Шушенская снова станет самой мощной ГЭС на Евразийском континенте. Это одна из последних станций, построенная в годы СССР. Это станция, которая в себя вобрала весь колоссальный на тот момент опыт развития отечественного крупного электромашиностроения. Это станция, на которой, я считаю, трудился один из лучших флотационных персоналов. Но случилась трагедия. Случилась трагедия, которую, я тоже думаю, мы переживем. Выйдем из нее более мудрыми, более подготовленными. И эта авария должна войти в учебники, и такое не должно больше повториться. Саяно-Шушенская не только самая большая, самая высокая и самая мощная гидростанция в России. Она, пожалуй, еще и самая лиричная. Такого количества книг, стихов и песен в Союзе еще не писали ни об одной ГЭС. Ко второму рождению станции в Черемушках уже пообещали поддержать традицию и сочинить что-нибудь новенькое. Так что главная песня Саяно-Шушенской еще не спета. Сквозь таежные зори мглистые тянем к людям солнце чистое, и встают зори над опорами под моей озябшей рукой. Зимой вспомните, если в желтый глазок вам брать.